Малийские туареги и исламисты решили объединиться для создания единого независимого государства. Повстанцы захватили север страны еще в марте, но до этого момента не могли установить правила контроля над захваченной территорией. После военного переворота в Бамако все еще нет единства по вопросу, кто должен управлять страной, и повстанцы не получают серьезного отпора от новых властей.